В селе Чурачики Цивильского района состоялось знаменательное событие для всех православных верующих – освящение, поднятие купола и креста на церковь Успения Пресвятой Богородицы. За уникальным событием наблюдали многочисленные верующие и наша съемочная группа. Рабочие проверяют, все ли готово к подъему конструкции. Подъем осуществляется уже готового купола с готовым позолоченным крестом. Прежде чем крановщик приступил к работе, отец Гурий окропил купол святой водой. Для всех жителей это знаменательное историческое событие. Приход был построен на средства прихожан в 1828 году. В советские годы вместо церкви здесь располагался молокозавод. Позднее и его не стало. В наши дни церковь восстановили. По словам настоятеля прихода отца Валерия, поднятие купола и креста на колокольню храма – значимое событие для сельского поселения и важный этап по созданию святынь республики. Все было заброшено, храм почти не видно, в месте стояло. Все загорожало, тут американский клен и куча мусора лежала. Невозможно было, многие даже спрашивали, где же у вас храм находится. Я объяснял им, где, в каком месте. Даже не было храма видно, а сейчас вот колокольню видно. Все раньше узнал, что это ставят. Сегодня ночью не спал, чтобы сюда приходить. Я приехала сюда из соседней деревни Медикосы. Настроение очень хорошее, приподнятое. Мы очень обрадовались, что у нас в соседней деревне такую церковь открывают. После освящения купол вместе с крестом при помощи подъемного крана несколько часов поднимали на колокольню. После установки сельчане и гости района смогли посетить храм, помолиться о здравии и, конечно, поставить свечку за возрождение святого прихода. Нина Фатагирова, Евгений Анисимов, Республика.